Орловские лесничие в рамках национального проекта «Экология» получили 12 единиц техники на сумму 15 миллионов рублей. Теперь они стали более мобильными. Эта техника поможет им в сохранении орловских лесов. Некоторые лесничества ждали этого 15 лет. И вот современная долгожданная техника, которая, подобно скорой, быстро прибудет на помощь. Как известно, Орловская область не относится к регионам с высокой лесистостью. Вместе с тем у нас немало крупных лесных массивов. Вблизи них расположены населенные пункты, в лесах расположены зоны отдыха, детские оздоровительные учреждения. Поэтому обеспечение противопожарной безопасности – наша общая важнейшая задача. Оснащение автономных учреждений УАЗами разных модификаций поможет в патрулировании зеленой зоны Орловщины. Впервые за много лет вот такая, скажем, массовая закупка техники – это только часть. До конца года будет еще приобретено примерно столько же машин. Дополнительные средства уже пришли, мы сейчас проводим конкурсные процедуры. Техника будет использоваться при патрулировании и пожаротушении в самых лесопожарных районах – Дмитровском, Ценском, Шаблыкинском и Болховском. Мы обслуживаем все районы, муниципальные районы Орловской области. Только это не говорит о том, что мы вот отдали в Шаблыкинский район, и техника будет только там. То есть на всю область работает техника. У нас есть лесопожарный центр, который действует на все районы области. Дмитровское лесничество – одно из тех, кто получило технику в числе первых. И это не случайно. Площадь лесов здесь более 30 тысяч гектаров. До этого использовали старую, уже изношенную технику, которую часто приходилось ремонтировать. Ведомстве уверены, что новые машины, как пожарные, так и патрульные, будут служить долго. Опробуют отечественные джипы в деле уже сегодня. У нас 3 мобильные группы. Теперь он более эффективно будет работать, потому что новенький. Ждем в следующем году еще машины, согласно национального проекта. Поэтому сегодня у нас великая радость. Давно мы уже так не радовались. Наверное, 10 лет назад нам давали последнюю машину. Коллеги из МЧС пожелали лесникам сухих рукавов. На территории региона продолжается масштабная работа по реализации президентских национальных проектов и регионального проекта сохранения лесов в Орловской области. До конца года из федерального бюджета дополнительно будет выделено 12 миллионов рублей для приобретения лесопожарной техники. Светлана Бабарыкина, Артемий Мельников, телеканал «Первый областной».